So notice the progression of the book. И теперь смотрите, как разворачиваются события в этой книге. Habakkuk complains, God, why aren't you doing something? Авакум жалуется Богу: Боже, почему ты ничего не делаешь? God says, Бог отвечает Авакуму: I'm about to do something. Я собираюсь кое-что предпринять. And he tells him what he's going to do. И рассказывает Авакуму, что это будет. And now Habakkuk says, а теперь? How can you do that? Авакум высказывает повторную жалобу. Как ты можешь это допустить? He's even more confused now than he was before. Еще больше смущен, чем раньше. Но не ты ли издревле, Господь, Бог мой, святый мой? Мы не умрем. Ты, Господи, только для суда попустил его. Скала моя, для наказания ты назначил его. 12. Yeah, 12, thank you. He describes God as Almighty. Он описывает Бога как всемогущего Бога. Everlasting. Предвечного. Goes on in verse 13 to describe him as holy and pure. В 13 стихе он называет Бога чистым и святым. But that does not appear to be the way God is behaving. Но это как-то идет вразрез с тем, что собирается предпринять Бог. He's still very perplexed. Авакум до сих пор недоумевает. He's saying to the Lord, Judah, we may be evil in Judah, but we're not as bad as the Babylonians. Он мог сказать Богу примерно такое: конечно, в Иуде у нас и грех, и беззаконие, но все-таки не такие, как у вавилонян. So how could you use the horribly wicked Babylonians to judge us? Так как же можно этот еще более нечестивый народ использовать для того, чтобы наказать нас? My suspicion is that when Habakkuk was praying to God, do something. Мне представляется, что когда Авакум молился Богу о том, чтобы Бог что-то предпринял. What he was really asking God to do was to send revival. Он просил Бога о каком-то возрождении для своего народа. Work in your people's heart in some way, turn them back to yourself. Действуй в сердце, обрати их к себе, что-то в этом роде. And he was not praying, use judgment. Но он не молился о суде над своим народом. But God knows that his people have gone so far into wickedness. Но Бог знает, что народ уже настолько погряз во грехах. That judgment has to fall. Что суд здесь неизбежен. Это то же самое, когда верующий человек просит Бога и просит у него: Господи, дай мне терпение, дай мне там силы. И Бог ему посылает испытания. That's trials. Excellent example. Это очень хороший пример. And I think that would be a wonderful way to use a wonderful example to use if you were preaching a sermon or giving a Bible lesson. Мне кажется, вот такую параллель можно провести, если вы будете проповедовать по этой книге. Еще можно вопрос. Вот Авакум, он как бы в его книге говорится о том, что будет нашествие вавилонян. Он нигде не пересекается с Иеремией, то есть они вот в одно время жили или нет? Habakkuk predicted the invasion of Babylonians, but did he prophesy at the same time as Jeremiah or some other major yes. prophets? Yes, he did. Were there any parallels with that about the invasion of Babylonians? Yes, yes, very similar. Да, параллелей очень много, и пророчества их во многом совпадают. Because Jeremiah was prophesying at exactly the same time. Иеремия пророчествовал в то же самое время, в абсолютно тот же самый период. But then, of course, Jeremiah went into the Babylonian captivity and prophesied from Babylon. Но Иеремия еще и попал в плен к вавилонянам и уже пророчествовал непосредственно из Вавилона. So he experienced all of this firsthand. Поэтому он на себе в первую очередь испытал все эти тяготы, связанные с пленением. And that's a great question to help us get a context as to who fits where. Это великолепный вопрос, который помогает нам найти место для каждого пророка на хронологической линейке. Нахум, Habakkuk, Zephaniah, Сафония, Иеремия. All right around the same time. Пророчествовал примерно в одно и то же время. Okay. Now he describes in verse 13, the last part of 13 and verse 14. В 13 и 14 стихах. Is exactly his ethical dilemma. What? His ethical dilemma. Why are you silent when the wicked swallow up those more righteous than they? Ethical dilemma. Oh, dilemma. Выражает этическую дилемму, которая заключается вот в чем. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его? Now he pictures the Chaldeans as fishermen with a net.
он описывает халдеев как рыбаков с сетью. And they are incessantly fishing for more and more people. И они обуреваемы желанием поймать все больше и больше людей. Verses 15-17. Всех их таскает удою, захватывает в сеть свою, забирает их в неводы свои, от того радуется и торжествует, зато приносит жертвы сети своей и кадит неводу своему, потому что от них тучная часть его и роскошна пища его. At the very end, in verse 17, he самом конце, в 17 стихе, really repeats the question he asked at the very beginning of the book. А он, в принципе, повторяет тот же самый вопрос, который задает в начале книги. Неужели для этого он должен опорожнять свою сеть и непрестанно избивать народы без пощады? It is as if Habakkuk accepts, okay, the Chaldeans will come. Как будто Аввакум принимает этот факт, да, хорошо, халдеи придут. But how long will you allow the destruction to continue? Но как долго ты, Боже, будешь допускать разрушение? И он теперь хочет знать, когда это все прекратится. This is the point at which Habakkuk seems to get intellectually what God is about to do. Вот на этом этапе, мне кажется, Аввакум уже интеллектуально воспринял, что Бог собирается сделать. And на уровне разума он это как-то принял. Now he's going to wait to see if God will tell him more about his plans. А теперь он собирается подождать от Бога ответа. А может быть, Бог еще что-то скажет по поводу своего замысла в отношении народа? I think to understand Habakkuk's confusion, we have to remember all of God's promises to his people through the years. Мне кажется, для того, чтобы понять, насколько смущен был пророк Аввакум, нам надо вспомнить те обетования, которые Господь давал своему народу на протяжении многих веков. Abrahamic covenant, everlasting covenant. Завет с Авраамом, вечный завет. You are my people. Вы мой народ. And now he's going to let the Babylonians invade them. А теперь Бог собирается допустить захват его народа вавилонянами. So he's going to station himself and wait and listen for God's answer. И теперь Аввакум готов ждать, когда Бог ответит на его вопрос. And again, he's just being very, very honest in his prayer to God. И опять-таки мы подчеркиваем, что он очень искренен, очень честен в своем обращении к Богу. Он ничего не утаивает, все свои мысли излагает. He expects a back and forth conversation with God. И он ожидает, что Бог будет отвечать ему на его вопросы. And sure enough, the Lord answers them in verses 2 and 3. И, конечно, Бог так и делает. Во втором и третьем стихах, of chapter 2, right? Chapter 2, второй yes. главы. «И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение, начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать, ибо видение относится еще к определенному времени, и говорит о конце, и не обманет, и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». So, God is going to give the answer that Habakkuk believes he needs. Итак, Бог собирается дать ответ, который, как представляется Аввакуму, он должен получить. He will make clear and который ему нужен. What the course the Babylonian invasion is going to take. Он собирается рассказать о том, каким образом будет происходить нашествие вавилонян. It's coming, it's coming soon, and Habakkuk is to write down. Он говорит, запиши это, чтобы читающий мог легко прочитать, что это грядет, грядет очень скоро. So let's read verses 4 and 5. Итак, вот душа надменная не успокоится, а праведный свою веру жив будет. Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад, и как смертью ненасытен, и собирает к себе все народы, и захватывает себе все племена. Now first we will deal with the proud man, and then we'll look at the righteous man. Сначала мы с вами рассмотрим, что делает надменный человек, а потом, или гордый, горделивый человек, а потом посмотрим, как поступает праведный. The proud man is described as having a heart that is twisted. Описывается как человек с душой надменной. There is a Hebrew word that describes a man who lives the way God wants him to live. Существует еврейское слово, которое описывает человека, который живет так, как хочет Бог. He walks along the path God has set forth in his word. Он идет тем путем, который для него проложил Бог. And the proud man veers off that course. А вот надменный человек, он уходит с этого пути. He's described as lifted up. То есть он живет как бы превратно. Он описывается такой человек гордый, как надменный, да? Fact, возвышающий себя над другими. In fact, that is what haughty means. It means to be lifted up in your own estimation.
Кстати, ну вот гордый человек, это и есть человек надменный, то есть который в глазах своих ставит себя выше, чем другие. Another use of the word haughty or lifted up is in a very literal, concrete way to be used of a tumor. Часто вот это слово можно также употребить в значении некого возвышения, ну опухоли что ли. Or a hemorrhoid. Или, не знаю, геморроидального узла, там, я не знаю. That is the proud man in God's estimation. Вот кто такой надменный человек в глазах Бога, то есть тот, кто возвышает себя над как поверхностью какой-то определенной. This was, in fact, Nebuchadnezzar. Кстати говоря, такое можно сказать о Навуходоносоре. And you can read through the story of Nebuchadnezzar in the book of Daniel, especially. Если в книге Даниила прочитать его историю, you see a man who was proud, то можно увидеть человека independent of God, весьма надменного, независимого от Бога. And they are characterized. Proud people are characterized by a couple of things. И вот такие высокомерные, надменные люди характеризуются вот такими признаками. They think that they will find fulfillment in life in just a little bit more. Они считают, что в жизни им не хватает всего лишь чего-то немного. An insatiable appetite for more and more and more. Они обладают таким ненасытным аппетитом иметь все больше и больше и больше. Каждый раз, когда они это получают, они говорят, ну еще бы вот это. И так продолжается постоянно. That really is the sense of verse 5. Именно в пятом стихе, мне кажется, такое чувство и передано. If Babylon had simply stayed at home, если вавилоняне просто остались бы на своей территории, with all their power and their wealth, со всем своим богатством и властью, they could have created a long-lasting, stable government. Они могли бы создать такое продолжительное, долгодействующее, стабильное правительство. But instead they were bent on conquest. Но они были зациклены на захвате чужих земель. And as Habakkuk says, they wouldn't stay home. И как Аввакум говорит, они не останутся дома, они будут расширять пределы свои. Now, in my own country, вот у нас в стране, there is evidence of the same mindset that Habakkuk condemns in Babylon. Есть свидетельства, признаки такого же образа мысли, который осуждает Аввакум у вавилонян. We refer to it as materialism. Мы называем это материализмом. The hunger for more and more and more stuff. Желание наше иметь все больше и больше и больше. And once a person starts to accumulate stuff, и как только человек начинает накапливать какие-то материальные блага, the tendency is to want more and more stuff. У него возникает желание иметь все больше и больше. Do you see any of that happening in your country? Вот у вас можно такие примеры наблюдать, такого отношения? Is materialism a problem in Russia? Такого стяжательства. Yes. I think the danger is that we long for stability and material comforts. Мне кажется, опасность заключается в том, что мы желаем материальной стабильности и комфорта. But once we start getting a little bit comfortable, но как только мы начинаем этот комфорт ощущать, хотя бы немного, be more comfortable. А мы хотим ощущать его еще более глубоко, более once сильно. We make a little bit of money, we want to make more money. Как только мы заработали немного, хотим позаработать еще побольше. Once we get a car, we want a better car. Как только мы покупаем автомобиль, нам уже хочется более роскошный автомобиль, that более is the дорогой spirit автомобиль. Of Babylon. Вот это тот дух, которым был проникнут Вавилон. ТВ-семинары – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Okay. Now, the righteous will live by faith. Итак, праведный своей верой жив будет. One of the most powerful statements in all the Word of God. Одно из наиболее сильных утверждений в Слове Божьем. Righteous people are characterized by their faith and trust in God. Праведные люди характеризуются своей верой и упованием на Бога. What Habakkuk is about to see when the Babylonians invade his country violates everything he thinks about how God should act. То, что увидел Аввакум в отношении того, что произойдет, когда вавилоняне придут в Иуду, как бы
идет вразрез со всем, с тем, что Аввакум думает о Боге, то есть с его представлением о Боге. He thinks and he expects that God should bless his people. А он ожидает и думает, что Бог должен благословить его народ. What he is going to see is God discipline his people. А он увидит, что Бог наказывает свой народ. And the only way Habakkuk will be able to continue to walk with God. А и Аввакум сможет продолжать свое хождение с Богом только тогда. Is if he does not walk by faith, by sight, but by faith. И только если он будет ходить верою, а не тем, что он видит. He's being called to a robust trust in God, no matter what he sees. Другими словами, он его Бог призывает веровать, независимо от того, что он видит. And that's what you and I are called to as well. Нас к этому с вами тоже Бог призывает. No matter what we see all around us. Независимо от того, что мы видим вокруг себя. God is true. Бог истинен. What we read in Scripture is true. И то, что мы читаем в Писании, незыблемо. So, just as in those days, so today, the just will live by their faith. Так же, как и тогда, и сегодня праведные своей верою живы будут. There are two ways to approach life. То есть есть два способа отношения к жизни. They're diametrically opposed. И они абсолютно противоположны, диаметрально противоположны. Prideful independence. Надменная независимость. Or submissive trust. Или покорное упование. And for you and me, the choice is clear. We trust the Lord. И для нас с вами выбор очевиден. Мы должны уповать на Бога. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.